Один раз в год читальные залы работают до последнего клиента. Краснодар присоединился ко всероссийской акции «Библионочь». В этом году ее посвятили юбилею Великой Победы. Сотрудники Некрасовки организовали для читателей солдатский привал с участием Василия Теркина, а также конкурсы и викторину на знание истории. А музыкальные коллективы исполнили песни военных лет. Рядом развернулась полевая кухня. В зале библиотеки краснодарцев встречала Берлинская стена, где можно было оставить пожелания героям войны. А в Пушкинке «Библионочь» посвятили научным изобретением и открытием. Библиотекари, они, ну я не знаю, силой души, честное слово, из небытия эти предметы, вещи достают, соединяют с книгами и получаются такие экспозиции, которые жалко терять. Очень все интересно, здесь много оружия, можно разбирать автоматы, заряжать их и как бы стреляешь, только без патронов. Столько интересно, что если бы не было груза на плечах, я бы с удовольствием подлетал, посмотрел, что здесь находится на столах. Не только познакомиться, но и приобщиться можно было еще и к важнейшему из искусств – кино. Один из залов Пушкинки превратили в съемочную площадку. Каждый желающий мог попасть в кадр и сыграть роль в фильмах по мотивам известных произведений «Алиса в стране чудес» и «Властелин колец».